Казанском федеральном университете рассказали об особенностях приема иностранных граждан. Чтобы дать возможность абитуриентам подать заявление, обеспечить им индивидуальный подход, комиссия принимает абитуриентов достаточно рано, 16 мая. У нас уже с 1 марта начался прием иностранных граждан, уже иностранные граждане подают документы, и 16 мая у нас уже проходит первая волна внутренних вступительных испытаний для тех, чьи заявления уже приняты. В этом году приемная комиссия будет проходить как в онлайн, так и в офлайн формате. Правила при прохождении дистанционного испытания не изменились. Как и в прошлом году, остались те же требования – стабильный интернет и веб-камера с микрофоном. Большое, как я уже часто говорю, домашнее задание для абитуриентов этого года, в том числе для иностранных абитуриентов, это ознакомиться с нашим сайтом. Через личный кабинет можно пройти процедуру как подачи, так и знания документы. Первая серия вступительных экзаменов будет проходить в онлайн-формате. Абитуриенты, которые подали заявление, могут включиться в волну прохождения испытаний. На сегодняшний день уже принято около 800 заявлений. Глеб Нигматий, Маргарита Михайлова, Универ Ньюс.